Всем большое привет! Меня зовут Татьяна. В этом видео я вам хочу показать свою косметику. Что ж, конечно же, я не крашусь каждый день, и это не все, чем я пользуюсь вот конкретно в какой-то один определенный день, но это то, что в принципе у меня есть. Это, конечно, не все, у меня есть еще некоторые вещи, однако я их решила не показывать, потому что это уже будет слишком долго. Итак, у меня есть вот такой BB-крем. Мне его подарила моя подруга на день рождения. Спасибо ей большое. Вот. Он хороший, да. Консилер, который почему-то на камере желтит, хотя на самом деле это не так. И в реале это все выглядит довольно-таки хорошо и классно. Скрывает все недостатки, какие-то синячки и все такое. Следующее, что я хочу показать, это будет тушь для ресниц. У меня она в черном цвете. И мне очень нравится и щеточка, и в принципе, как это выглядит на мне. Далее это подводка, тоже черного цвета. Ей на самом деле у меня получается даже какие-то стрелки иногда рисовать, хотя я это делаю и не часто. Далее это палетка теней от Catrice. Ее мне также подарила моя подруга на день рождения вместе с тональным кремом. Боже мой, как она мне нравится. Просто посмотрите на эти цвета. Это очень удивительно и очень классно. Я вот сейчас их на руку вымажу, сделаю, вот, скажем, свотчи. Это очень красиво, особенно когда с этим можно экспериментировать и что-то сделать. Также от Catrice у меня есть вот такие вот однушки. Это белые блестящие, которые можно использовать как тени, как хайлайтер. И вот такие вот серые с блесточками. Хотя, когда оно на глазах, оно не особо видно, белые они или серые. Далее это румяна просто светло-розового цвета. Очень классные, ими же можно делать классный румянец, а также использовать как тени, тоже выглядит очень даже хорошо. Черный карандаш, чтобы прорисовывать пространство между ресницами, а также можно нарисовать стрелку или сделать что-то наподобие Smokey Eyes, не знаю. Вот. Это кисть для теней, она очень классная, из натурального ворса. Вот. А это жидкие тени, очень красивые и плотные, очень хорошо и легко ложатся. Мне очень нравится. Согласитесь, что это выглядит очень эффектно. Далее это уже будут губные помады. Я очень люблю красить губы, поэтому, хотя и не сильно, но тем не менее. У меня есть много разных помад. Вот некоторые из них. Они не яркого цвета, а такие вот розовенькие. Ну, это классно. Эти две помады я люблю намазывать друг на дружку, и получается какой-то необычный, ну не то что необычный, просто красивый цвет, потому что сами по себе они тоже красивые, но вместе это смотрится, еще бы сказала, даже и лучше. Вот. Я вам показала свою косметику, это не все, некоторые продукты я не показывала. Но, по сути, это то, чем я пользуюсь. Как я уже говорила, это не каждый день, я каждый день не крашусь, но то, чем я пользуюсь на какие-то особые случаи, вот. Мне кажется, что это даже как раскладка получилась довольно-таки красиво. Вот. Обязательно пишите в комментариях, что вы хотите видеть на моем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне будет очень и очень приятно. Ну, а на этом мое видео подходит к концу. И всем до скорой встречи. Мы с вами скоро увидимся. Всем пока-пока.